рельефный шахматный узор. Вяжем цепочку из воздушных петель, затем делаем накид, пропускаем 3 петли и в четвертую вяжем столбик с одним накидом. Далее в первом ряду провязываем в каждую петлю по одному столбику с одним накидом до конца ряда. Во втором ряду вяжем 2 воздушные петли, делаем накид и провязываем выпуклый столбик с одним накидом вокруг второго столбика. И затем еще 2 таких же столбика вокруг следующих столбиков. Вот второй и затем третий вокруг четвертого столбика первого ряда. Далее у нас узор будет повторяться. Теперь мы вяжем 3 вогнутых столбика. Вяжутся они вот таким образом. И это вогнутые столбики с одним накидом. 1, 2 и 3. И так повторяем до конца ряда. 3 выпуклых столбика с лицевой стороны. Их вяжут и потом 3 вогнутых столбика, которые уже вяжутся с изнаночной стороны. Я провязала и так далее. В третьем ряду вязание осуществляется в шахматном порядке. То есть вот здесь у нас были вогнутые столбики, значит здесь будет 3 выпуклых. А здесь 3 выпуклых, значит здесь будет 3 вогнутых. Вязание начинается с 2 воздушных петель и далее вот это выпуклый столбик, значит надо вязать вогнутый, наоборот. Сейчас 3 вогнутых, значит провязываем 3 выпуклых, в шахматном порядке получается у нас все столбики, 2, 3. Ну и далее уже понятно. Вот ряд провязан. Вязать такие рельефные столбики трудно, поэтому крючок выбирайте так, чтобы вязание было более рыхлым. И далее все ряды вяжутся аналогичным образом в шахматном порядке. Вот такой узор получается. Он будет с 2 сторон одинаковым. Нажмите на колокольчик, и вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках, за то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!